Предлагаю отдохнуть от политики, тем более наш герой – молодой, красивый офицер, который пользовался заслуженным успехом у женщин. Как ни странно, именно эта часть его жизни оказалась закрытой для исследователей. А причина в том, что Чекан с особой щепетильностью подходил к вопросам защиты чести своих избранниц. Он был потрясающим успехом пользовался у женщин. Находя общие черты с Лермонтовым, он мог этим хвастаться вполне успешно. Были какие-то отношения там, с некой дамой под буквой «С». Ну, в общем, это долгий разговор рассказывает. В столице России Чекан Валиханов, как подобает султану, жил на широкую ногу. Однако в отношениях с женщинами был очень деликатен. Причем до такой степени, что современным исследователям о его пристрастиях практически ничего не известно. Чекан Валиханов вообще следовал такому образцу, да, такого кавалерийского офицера. Шиковал, мало себе в чем отказывал, делал большие долги. В общем, вел себя как офицер, шампанское, женщины. Если из писем, скажем, с переписки с Достоевским, мы знаем, что у него были какие-то отношения там, с некой дамы под буквой «С».